ну что, экипаж в сборе? А вы знаете, я, начнем мы тут пить, я еще стих хочу прочитать. Я его здесь читал год назад, потому что вот Михаил сказал, и я сегодня говорил, и еще раз передаю привет своим друзьям и в России, и в Беларуси, и в Украине. Замечательный стих моего приятеля Геннадия Мамедова из города Чернигова, написанный на трех языках. Может быть, я несколько криво, не совсем у меня правильное произношение, но я его обязательно прочитаю. Мы выпьем и еще нальем, чтоб через край лилось в стакане. Всю водку русскую мы пьем, хоть и не все мы россияне. Литровый коуш во всей красе мы перехилим вельми лука, и белорусы мы не усе, хотя усе мы пьем сбровку. Мы полни келих и налем, чтоб аж лилося через винце, горилку с перцем все мы пьем, хоть и не все мы украинцы. Мы неразлучны, я и ты, тверезы мы, чи зовсім п'яні, бо мы сябры, бо мы браты, и потому что мы славяне. Снова нас зовет и бетонку с Богом отпустит. Набираем мы шевлон и плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах. Все дожди оставят под собой. На работе мы опять, и трудяга борт 0,5 четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут, а мы же сами как семья, мой экипаж. Снизу морем облака, опять 700, и мы пока крепкий чай в который раз пьем. Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом, на земле по сотке мы нальем. Командир на руку с гор наплевал на коридор, до ворот отладка вся долой. Пусть земля запросы шлет, бортрадист всех отошлет, нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут, хоть мы сами как семья, мы экипаж. Автопилот удлиняет наш налет, командир прочтет свой детектив, и спокойны мы вполне, мы уже не на войне.
шуме не для нас, а каждый стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже и по маме не пошлет. Нам уже не привыкать в обязаловку играть. Знал бы прикол, знал бы наш род. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложим штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Хоть мы и сами как семья, мы экипаж. Экипаж. Главнокомандующего военно-космическими силами Героя России генерал-полковника Бондаря Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, Николая, он с ним бывал во многих горячих точках в разные периоды. Лично с ним знаком. Буквально полтора года назад Николай был на его юбилее, 55 лет, исполнял свои песни. Прошу меня от его имени вручить тебе приветственный адрес поздравительный. Спасибо. Это часы именные от главнокомандующего. Я тоже хочу рассказать маленькую историю, буквально 30 секунд времени. 9 мая этого года, после возвращения пилотажной группы «Русские Витязи», мы сели, люди, которые любят авиацию, и ГАЗ-24 «Волги», в две машины и поехали по маршруту Минск, точнее Москва, Смоленск, Минск, Брестская крепость. Ну и в Минске встречались с Николаем. Когда на площади Победы, да, со знаменем с красной полосой было. И когда мы в очередной раз обмывали его награду в гостинице в Минске, выяснилось, что в нашем экипаже есть человек, который родился с тобой в один день. И он сегодня пришел позже на твой концерт, находится здесь в зале. Это Сергей Владимирович Пехов, мой сват. Он сегодня проводит с тобой день. Разреши мне еще раз поздравить от нашей всей компании, от нашего экипажа, который посетил 4 города героя, пожелать тебе творческих успехов. Спасибо. Ждем тебя снова в гости. Спасибо большое. Там Василий Павлович есть там с Вениамином? Вот они. Это я просто вот, эта модель стоит же здесь. А коробка здесь, тут Боря. Все на месте, да. Боря, мы помоем. Ага, я понял, хорошо. Написано про этот самолет. Две лёдных смены на сегодня в плане. И на стоянке ждут нас корабли. Заря разлилась новой краской в пятом океане. Со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов. Нас граждане за грохот упрекнут. Да кто-то в небе нас проводит восхищенным взором. Отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. В твоем мы патрулируем пространство. Щитом бескрайней уличной страны. Yeah.
время поблескивают реки. Небо по маршруту, как проспект. На земле нас ждать остались вынутые чеки. И значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком. Хотя носиться на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. В твоем мы патрулируем пространство. Щитом бескрайней будничной страны. Корабль как по волнам, вот 40 тонн словно налегке. Если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Ну а пока увидеть мы Илюшу в просторе океана голубом. Корабль наш воздушный, он ведь все же хочет кушать, он пьет. А наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. В твоем патрулируя пространство. Щитом как в гавань корабли идет снижаясь. Отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы ходим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чихлят. Усталые, но радостные лица и громче нет звенящей тишины. Дай Бог нам уходить в полет по плановой таблице. Когда по плану, значит без войны. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. В твоем мы патрулируем пространство. Щитом великой и родной страны. Расчет.
летчик-оператор, причем как в фильме «Терминатор». Все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем, не нашим живет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугает снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодила. Ту, что вместе с нами на краю ласточка виднеет мою. За спиной молотит пулемет. Бортовой наш парень, а не из робких, обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет, бортовому общий наш звучит. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума схватила. Что за дурень кричит крокодилом? Дух, что вместе с нами на краю ласточку пенистую мою. Свирепость в небе, словно маленькая крепость. Мы видим огонь из всех стволов, нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно танцы кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что выручала нас в бою, что вместе с нами на краю ласточку пенистую мою. Спасибо. Так, я посмотрел направо. Сейчас, я просто хотел сказать, что вот генерал Шипачев Анатолий Константинович, вот ласточка, это вот этот генерал, когда еще был совершенно молодым, в 25 лет, словил на Ми-24 ракету «Стингер» и умудрился остаться жив, посадил этот вертолет в Афганистане. Сразу представлю, Антон Скромный, заместитель начальника 237-го гвардейского центра показа авиационной техники, русский витязь и стрижи, полетной подготовки, подполковник Александр Тедюра. Короче, замполетный центра показа авиационной техники. Русские витязи и стрижи очень любят этого товарища. Поздравляют в моем лице с юбилеем, Коль. Творческих тебе успехов, всего спасибо. Хорошего. Что еще в авиации желать? Здоровья, огромного здоровья. Ну а мы тебя любим и всегда готовы обнять
голубить, лелеять и не наглядеть. Коль, хватит каких-то дорогов. Центр показа авиационной техники. Вот, Любин. Я иногда тренируюсь где-то около микрофона. Просто у меня через ровно через месяц концерт в Южно-Сахалинске. Соответственно, да, на Сахалине, да. Судя по названию города. Поэтому надо потренироваться. Не согласен. Серебристым самолетом треть планеты обогну. Между закатом и рассветом сон придет едва-едва. Время в воздухе при этом вдруг умножится на два. Борт сменил большой на малый, сам себе теперь пилот. Пусть с дороги я усталый, но только хочется полет. Привязался, запускаясь, и мотор жужжит пчелой. Я по жизни все болтаюсь между небом и землей. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям вот над островом. Где-то рядом вся планета начинает новый день. Красота на крае света, где слегка все набегли. Здесь лягушка как-то строго смотрит с горной вышины. И железная дорога очень странной ширины. Кровы, рыбы и кальмары просят тучи важных дел. Нам летят в пивные залы, океаном надоел. Словно море — это небо, я в полете им дышу. Без него мне как без хлеба, я на землю не спешу. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять. Доспехах остров высится горой. Здесь когда-то доктор Чехов каторжан лечил порой. Люди здесь в суровом крае не боятся лютых вил. И когда-то самураев здесь отбросили на юг. Одинокий этот остров, кто-то скажет катастрофа. Он на глобусе моллюской, всему кажет, где восток. Из него земля родная, как гитара без струны. Для России он не с краю, здесь начало всей страны. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом принять. Сахалином, я брожу по облакам.
снизу мишки за малиной ходят ягоды на места. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям вуаль надуться и нет. Потому что каждую секунду, каждую минуту я хотела его пойти поздравить. Потому что те песни, которые он нам дарит, то творчество, которое он нам дарит, и то ощущение счастья и полета души, оно переполняет. Более того, когда вот попили перерыв, я увидела невероятное количество счастливых глаз женщин. Вы знаете, тут все мужчины, на 1 метр квадратный у нас тут герой России, ну просто хочется встать и сказать: ну, кто же эти герои в России, рядом с ними кто был, эти замечательные женщины, правда, женщины, да? Вот, поэтому, вот, потому что каждый, рядом с каждым героем России есть женщина. А он трогает невероятные струны души, это, вообще, это Танин, если кто не в курсе. Это замечательный мой... Заслуженный летчик испытаний. Да, это сын, который открыл для меня Николая Анисимова. И вы знаете, вот то невероятное ощущение Родины, которое он несет в своих песнях, это ощущение счастья, что ты рядом находишься с таким замечательным человеком, хочется делиться с этим, хочется пожелать ему невероятного, огромного счастья. И самое главное, что он делает, он пишет летопись. Летопись каждого из вас. Вот здесь нет ни одного случайного человека. Здесь каждый человек – это тот человек, которого он пропустил через свою душу. И благодаря которому мы знаем о вашем подвиге, мы знаем о ваших переживаниях, мы знаем о том, что вы для нас значимы. А вы для всех нас значимы – это Родина. Родина, которую мы любим, Родина, которой мы гордимся, Родину, которой мы защищаем. И спасибо тебе большое, потому что каждая твоя строка, каждая твоя нота – это такое счастье. И мы тебя очень любим, всей нашей семьей, Тутаниных и Долговых. И от всей души дарим тебе подарки, это не важно. Это облака и небо. Понимаете? Нам достали билеты в самый последний момент. Мы так хотели сидеть тут поближе, кричать «ура-ура». Нам сказали: нифига, вы там будете сидеть вдали. Но есть такие слова, я правда, я не очень, я хоть и закончила авиационный институт, но я помню вот это ощущение, тут у меня муж закончил авиационный институт, у меня много друзей и так далее. И вот замечательный мой сват, господи, боже мой, кто это? Любимый, дорогой человек, но вы понимаете, в чем все дело? Я помню только одно, когда мы сказали, что вот песни, которые ты сочиняешь, солнце, ты стремишься куда-то вперед, и потом ты пробиваешь вот эти облака, а там солнце, и там облака, и там счастье. Вот ты даришь счастье. Мы очень хотим быть счастливым с тобой рядом, мы очень хотим пожелать тебе огромного от нашей всей большой семьи счастья. И вот сейчас сын еще пару скажет. Люби, люби, люби. Это мой счастье, поздравление от работников атомной промышленности. Даже на даче встретились с Николаем, и теперь, видите, не выгнать с концерта. Мы его любим всей душой. Браво! Спасибо, ребята. Большое спасибо. Я что-то, ну, хотел там уже какой-то лирикой немножко заняться. Вспомнил еще одну вещь, ну не то, что вспомнил. Я посмотрел, сидит скромный человек недалеко здесь. Это генерал-лейтенант, кавалер ордена Ленина. На всякий случай, это высшая государственная награда Советского Союза. Да, его представляли героем Советского Союза. Многих представляли.
Мы недавно похоронили Виталия Егоровича Павлова, первого и последнего командующего армейской авиации Советского Союза, России. После Виталия Егоровича это место, эту должность, даже ну, как-то слово «занял», не могу сказать, потому что он руководил армейской авиацией. Анатолий Васильевич Сарзуков, генерал-лейтенант, спасибо большое, Анатолий Васильевич. Однажды меня спросили, а что явилось ну, вот, поводом написания песни, которую я сейчас спою? Это, ну, наверное, какое-то такое много различных событий. Но в числе всего прочего, уж извините меня, Анатолий Васильевич, я помню эту ночь в Торжке, мы сидели с Виталием Егоровичем, и он сказал, Толя, а помнишь, как мы тебя доставали из кабины? А я всегда, ну, уже необычно звучит. Я говорю, что там было? Это была Банжарская операция. Когда Анатолий Васильевич утром уходил из модуля, там было 6 летчиков, а вернулся вечером один. Сделал за день столько боевых вылетов, что потерял 7 килограммов и из кабины самостоятельно выбраться не мог. Это такая работа. Весь набит до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех в их 300-х, 300-х. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Я участвую в парадах, что мне думать о наградах, о пределах износе, я Ми-8. Скомандовал мне вольно, нахватал я пуля довольно, как больно. Справа блистер мне разбили, права короче не убили, сцепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишусь. Я ведь старый на износе, я Ми-8. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, кладил мне руку и заплакал, и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Верно, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота.
гости по воинам на меня носят. Я и восемь. Я и восемь. Встаньте, пожалуйста, мы вам поаплодируем, дорогие ребята. Позвольте меня вас так назвать, это люди. Это самый боевой род военно-воздушных сил. Это самая последняя надежда тех, кто на земле. Это самые погибающие люди. Когда мы встречаемся здесь больше всего героев России, героев Советского Союза, ординарных. Нет среди них ни одного главнокомандующего военно-воздушными силами не будет, потому что они пашут. Все пашут, конечно, но это кто-то прятался, воздушная пехота. Спасибо вам. Когда еще как вот не здесь нам поблагодарить друг друга или таких замечательных людей и тех, кто нес боевое дежурство по охране воздушных рубежей, вон там Василий Павлович Георгиадзе, на действительно МиГ-25, МиГ-31. Вот. Тех, вот, у меня тут ребята с Питера сидят и из Минска, которые транспортяги, вот, и истребители, и разведчики, и бомбардировщики-бомберы. Все это, ну, летчики, авиаторы. Я всегда говорю, что все это посвящено не только тем, кто в небе, а тем, кто на земле, их гораздо больше, но без них никто не поднимется туда. Это громадная пирамида, да, на вершине летчик, но на земле это такой тяжелейший труд. Я когда в Сирии был, летчики, конечно, выбирались из кабины, это просто, но страшно на них было смотреть, потому что огромное количество боевых вылетов. Но там две смены, ребята, работали, сменные экипажи, а на земле это одна команда, и когда за сутки подвешивали до 10 тонн бомб, ну, не вынимают, как у нас говорят. Ну ладно. Служивый, пусть на свете все несовершенно, Волан Иисус к нам приходит как-то переменно, хочется летать. Вроде не болел и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, как рубин краснеет на закате, раскрывает солнце над землей ночь, как надзиратель день закончил круг. Я уснул по-глупому, мечтая, не приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Так вот ты живем, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем, а потом удачу пропиваем, мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле, мир закон Ньютона не пускает, бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимает небеса в мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Крылья за спиной, только
Только лишь у ангелов бывает, я ведь не святой. Мне не крылья, руки обрывает, мне бы улететь. В край, где постоянно солнце светит, только где же он есть на этом свете? Совсем не унывает, с шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю, с шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой штопор загоняет, виражи и прочие фигуры, и ты говоришь, а рябой гуляет в сторону жирный нервин. На пекане ветер подпевает, небеса с землей перевернутся, возмущенный воздух пусть болтает, но не в горизонт вернуться. Каждый день по жизни как на фронте, впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Повиснет на полгода, снегом зелёный дождь, я не тоскую. И летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, я рискую. Я подал на свете всё до краю, замкновение те, что на закатах. И в плоскости я сверкаю, и летаю в трёх координатах. В небе плоскости я сверкаю, и летаю в трёх координатах. Совсем не улыбаюсь, с шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Ну, немножко мы так подошли к лирике. От авиации все равно не уйдем, но немножко лирики. Приходит ночь, слегка раскрыта.
тебе черный звездный зонт. И солнце к вечеру остыло, мечом летит за горизонт. И в венах кофе гулкий стук меня не делает бодрее. Беру гитару поскорее, а спасательный мой круг. Меня хандра свой плен захватит, я пятый угол здесь ищу, сам себе за все прощу, и сигарет мне на ночь хватит, и сигарет мне на ночь хватит. Рогатый месяц за окном прицеплен как-то не с руки, а я усну, наверное, днем. Вот есть на свете ж дураки, квадраты окон не горят, покой их твердо ночь хранит, лишь я курю, вдыхаю я, а город полнично храпит. А за бессонницу не платят, мне часовым стоять черед. Надежда есть, рассвет придет, а сигарет мне на ночь хватит. И сигарет мне на ночь хватит. Вот за окном мужик с пьяной идет по луже с мелом порой. Его, наверное, ждет жена. Меня же ждет здесь только кот. Со мной он рядом и мирно спит, мурлычет, видит пятый сон. Кастрюльки мяса, его сыр и молока почти готов. Я сам себе за вас упрощу, а за окном встреча до осени. Поют ветра и листья носят, и кот на кухне что-то просит. Сегодня тоже день рождения. 52 года исполнилось бы, все равно он с нами, мы его помним, действительно как-то вот. Но нет этого ощущения, что нет его с нами. Я просто помню, как-то я неоднократно у него останавливался, и вот он много споет песню, где поется про то, как меня задолбали. Ну, потом я уже знал, что это, ну, когда первый раз, это было очень весело и необычно. Медведя, и друга пятачка иметь, и хватит. Вместе
вместе с ним в дремучий лес уедем. Кислая из души как-нибудь заплатим. Устал я жить по ритму буги-вуги, когда сакетов полымя бросают. Вежливые мне услуги, уж лучше пчелы пусть меня кусают. Пусть жарят меня пчелы, не кусают. Медведям будет, наверное, попроще, проблемы их другие по природе. Родил бы косолапая пороще, мечтал бы в крайнем случае о меде. Я ел бы мед, сгущенку и без хлеба, и выбросил бы все ножи и вилки, и было бы мое цветочек неба, а голове счастливые опилки. Было бы мое цветочек неба. Каждый вечер мечтаю в эту сказку не оборваться. Кто меня, пожалуй, излечит, и доктор Ипполит, не доктор Ватсон. Мне солнышко лесное только нужно, и от костра тепла бы мне хватило. А ночью ближе к редкой дружбе пошлет мне медведица светило. Светило по медвежьей нашей дружбе. Хочу как Винни-Пуха быть медведем, и друга пятачка иметь. И хватит. Вместе с ним дремучий лес уедем, и за проезд уж как-нибудь заплатим. Нас жизнь ключом в затылок не ударит, в природе, как ни странно, нету фальши. И синий шарик пятачок подарит, как тучка на нем куда подальше. И синий шарик пятачок подарит, и я на нем как тучка лежу дальше. Совсем опустел, пусть землю глухим покрывалом укроет, и ветер метели забьюжит собой, меня занесет в заметель успокоит. Ведь может на свете бывает такое. Замети меня, метель, и спаси да сохрани. Мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб 7 футов на небе. Не от зоны, чтоб холода, жаль, не как свой беда. Замети меня, метель. Снег сединой, не виски запорошен, и тая стекает, похоже, слезами. Всю грязь заметет пред моими глазами. В себе разобраться метель мне поможет, а жить для других получается все же. В конечном итоге себе же дороже. Мы движемся к краху идей, всех похожи, но вряд ли кого-то все это тревожит. Замети меня, метель, и спаси да сохрани. Мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб 7 футов, а не мель. Не от зла, чтоб холода, жаль, не как свободный.
пушку иногда, но стреляет патроны с курком вечно на изготовку. А если уж кто-то сжимает винтовку, то кто-то наш мир навсегда оставляет. Ведь так бы хотелось все это не видеть, ни смерти, ни горя, чьего-то несчастья. И чтоб только солнце забыть про ненастье, ни в жизни не сметь, никого не навидеть. Замети меня, метель, и спаси. Время года.
сигаретных лет. Холодные котлеты и сердца у нас согреты. То ли дружбой, то ли спиртным. Но душа моя раздета и летает в небе где-то, рвется в сторону рассвета. Только там туман и дым. Я, наверное, спел 100 песен, раз уж мы сегодня вместе. Вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит то, что он хотел услышать. Но стучат соседи, слышим в батарее, чтобы тише. Ночь пройдет, рассвет все спишет. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости дом ко мне приходят. Прозрачную неводу, а в душе моей по сходу то ли кома, то ли кода. Ночь, такое время года. Ночь, такое время года. Встать и забыла, и сжимает боль затылок, стоя сушеных бутылок. И уже закрыта дверь, осень, вечер, ветер, тучи, в доме свет опять отключен. И луны осявшие лучи, робко светит сквозь ветра, одиноко, хмуро, скучно. Задуши упрятан ключ. И с собой мир заключен ненадолго до утра. Ночь — такое время года, что, не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачно не воду, а в душе моей к восходу. То ли хома, то ли хода. Ночь — такое время года. Ночь — такое время года. Ночь — такое время года. Что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят. И в прозрачную неводу, а в душе моей к восходу. То ли кома, то ли года, ночь, такое время года, ночь. Такое время года. Света, это ты там? Ёлки-палки! Вот я просто, ну, Свет, милая. Пусть меня извини, я молчать не буду. Самый титулованный летчик. Не буду я тебя летчицей называть. Мира, внесенная в список десять летчиков 20 века, там одна женщина. Абсолютно семикратная, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. Остальных титулов перечислять не буду. Светлана Владимировна Копанина, только из Польши, она прилетела. Света слишком много правды говорит. Ну, очень интересно, наверное, в этом есть что-то такое вот сакральное, что эта женщина награждена орденом мужества.
Прилетит вдруг машина в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок и все. Эскимо! Я читался в детстве сказок из родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и виражить между крыш. До небес казалось малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, и бывает не найдете. Сказка лучший мультик был, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Жизнь совсем другая, пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем тут, там, и тут, тут. И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут все. Нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не дам, и тогда я огрызаюсь, но все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь. Властью держусь, нам домой вернуться нужно. С вертолетиком мы дружно подогнем свой конец дружно. Он герой, я им горжусь. Вертолетик. Прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете, не отложу по работе и заботясь о пилоте. Детство он меня возьмет, даст пломбир кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускаем? Запускаем! Запускаем! Вертолет. Вертолет.
где-то мы уже скоро-скоро к четвертому развороту. Интересно вообще, скажем так, страна авиации. Это действительно целая страна. Иногда мы говорим, что это наша любимая девушка. Самая главная любовь в жизни. Иногда спрашивают, а как это все? Как вот там летать? Я так полушутя, полусерьез говорю. Да все там очень просто. Нужно просто научиться налетать. Научиться летать и летать. Скажу тебе, как птицей стать, и ночью от одной поверхности улететь, и коснувшись звезд от счастья петь, лунное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь, знаешь, небо можно обнимать, главное летать. Звездной вышине, время, а не во сне, обмануть законы физики суметь. Чтоб любить, летать и успеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта. Сумеешь, два на два умножишь, выйдет пять. Веришь, ввысь не сложно улетать, главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Пылью обернется главная мечта и крылья. Не дадут любовь твою убить, знаешь, это небо можно пить. Обмануть законы физики суметь, формулы поправ, сети разорван, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами, мечтать, чтоб любить, летать и успеть летать.
спасибо вам за поздравления, спасибо за то, что пришли, спасибо за пожелания. Здоровье не только, ну вот, от вас мне. Это здоровье приходит именно от вас, потому что вот можно устать на концерте, но головой ты настолько отдыхаешь и получаешь такой заряд. Я желаю вам, кроме здоровья, самое главное это мирное небо, чтобы никогда на землю ребятам не приходилось, как можно реже его, лучше не приходилось смотреть через прицельную марку. Как обычно, вылет срочный. Знать, приезжали даже точно. Мы летаем денно ночно на свой вечный русский страх. На нашу планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удача. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаясь без кроссовки, техник станет спецовка. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на сына. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди горы скал виражи, моей браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, но ведомые не зевай. Внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в мир орёт. До ворот бросаю фобы и на выходе ни слова. Словно я попал в ухо, заболтала самолёт. Серо, как паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как собраться в грачи. Прилетели, выручаем, с какой комнаты встречают. Вновь земля не отвечает, ну разведка не молчи. Я кручусь и кувыркаюсь, сладкий глаз заикаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не я двухсотый груз. Нахрена пошел я в хачу, вот Ульяновск, все иначе. Был бы дом, машина, дача, и водил бы арбуз. Я за это им отвечу, и несутся мне навстречу. Я как красные шары, чудеса еще бывают. Я живой, хоть попадаю, под глаза мне раскидает. Я спасение под шары. Горячо, не просто жарко, отправляй из подарки. Удержать попробуй марку под свинцовым кипятком. ВПУ, как пушка, танк, грохот выстрела, оба танка. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не переводку. Я как буш на сковородке, из расхода ван ВК, имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки и потрепанный пока. Мне похоже, как морозом грачу, стало клюнул носом. Значит, ветер под вопросом, самолет мой просто флам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И наушники я слышу, летуны. Спасибо вам! Обратно, довернули. Позади снаряды пули. Уравнение вернули. Держит в воздухе грачи. Борт летит на чистом слое. А из носа капли крови. Знать в санчасти. На здоровье получу я от врача. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашют мой хлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то боль, но это где-то. А вокруг такое лето. Техник даст мне сигарет. Эх, ребят, будем жить. Будем жить. Дорогие, спасибо вам. Спасибо огромное. И обязательно, конечно, до новых встреч. 20 августа здесь Вадик Захаров будет выступать. Вадим Юрьевич Захаров, так вот правильнее будет сказать. Я, наверное, в ноябре
даже, наверное, свою любимую цифру 13. Приходите, попоем. Спасибо.